Следующий участник когда-то сбежал из дома, чтобы заняться музыкой. Сегодня он выступает в полуфинале самого популярного шоу по поиску талантов. К вашему вниманию история Шахбоза Мамашарипова. Скрипач, скажем так, виртуоз. Сразу видно, что парень одержим всем тем, что он делает на сцене. Сцена любит борьбу, а в этом участнике есть эта борьба. И сегодня вот, это вот, вот этот вот внутренний его стержень, вот эта вот сила, она ему даст показать вау. Шахбоз Мамашарипов из Узбекистана. Уникальный артист. Но вот эту в хорошем смысле ярость, да, такое пламя, огонь на выступлении, сегодня очень бы хотелось тоже от него увидеть, а не только техничность исполнения. Я уверен, что Шахбоза это получится. Мне кажется, я подготовил хороший номер. И если я покажу все, что я задумал, я думаю, зрителям понравится мое выступление. Я пришел на проект центра Lejes Got Talent показать себя, свой талант и осуществить мечту мамы. Мама с детства привила любовь к скрипке, и я рос, вдохновляясь ее кумиром Янни. Если я выиграю главный приз, 10 миллионов тенге, я отдам их маме. Помогу осуществить ее мечту, куплю все, в чем она нуждается. Потому что в моей жизни нет никого, кроме моей единственной мамы. Она заменила мне и отца. А если останутся деньги, вложу в творчество. Сниму клип, возможно, даже открою студию. Привет, сынок. Я горжусь тобой и, конечно же, верю в тебя. Ты обязательно победишь. Верь в себя. Я очень, очень люблю тебя. Успехов тебе. Раньше его мама мечтала, чтобы Шахбоз играл так же виртуозно, как ее кумир Янни. Сегодня он исполняет ее мечту на сцене Central Lejes Got Talent. Шахбоз Мамашарипов. Thank you.
эмоциональное, экспрессивное, яркое выступление Шахбоз Мамашарипов, Узбекистан. Спасибо. Как настроение? Отлично. Справился с волнением? По-моему, да. Почему по-моему? Мне кажется, ты прекрасно выступил. И тому подтверждение, аплодисменты, звучащие в зале. Интересно, как твой прогресс оценивает Ситора? Шикарный, шикарный прогресс. Шахбоз, вы знаете, самое главное, что ваше волнение заметили только вы. Этого мы не заметили. Мы заметили ваше невероятно красивое исполнение, шикарнейший номер. И, конечно же, я опять переживала за вашу вот за это смычок, вот, да. За смычок, боже мой. Знаете почему? Что я считала смычок, я считала каждую струнку, чтобы дошло до конца, до финала, чтобы хватило вот этого. Не волнуйтесь, вы прекрасны. И ваша мама сделала правильный выбор, что выбрала именно эту композицию. Спасибо. В целом все получилось нормально, как Ситора говорил, переживал. Но то ты и виртуоз, как Паганини, ты должен был порвать все струны и на одной струне доиграть, да, это произведение. Я думаю, что это фишка у Шахбоза. Я представляю себе его сольный концерт, допустим, из 10 произведений. И на каждое новое ему выносят новый смычок. Так что пусть так будет. Это первое. Второе, Шахбоз, огромное тебе спасибо от меня, как от поклонника в целом классической музыки, классического звучания, за пропагандирование классической музыки в таком, я бы сказал, современном формате. Прекрасная история с хореографией. Ты сам очень замечательный, очень увлеченный на сцене. И наоборот, мы не раз об этом говорили, здоровое волнение перед и во время выступления, оно, если с ним справляться, то оно дает, может быть, только дополнительный драйв, еще больше очки, так сказать, со стороны зрителей, которые, я уверен, чувствуют, как ты переживаешь за то, чтобы все прошло замечательно. И я могу тебя поздравить. Сегодня все прошло просто отлично. Браво! Спасибо. До встречи! Удачи! Unstoppable today.